Прочитай стихотворение. Библиотека. Развлекательная стрельба из лука по мишеням. Так, а еще планировалось мастер-класс по йоге. Но, по-моему, из-за дождичка. Я думаю, что мастер-класс по йоге проводить нет. Дождь идет. Пойдем там посмотрим. Такие сертификаты, там даже носки какие-то вязаны. Это призы для беспроигрышной лотереи. Всякий раз. Сертификат на среднюю пицца в подарок. Игровые карты. Билеты в научку. Хорошо, хорошо, центр для детей. Сертификат в Ангусте для танцев. Организовывали. Там все твои фестивали, этот праздник, они все это организовывали, ну, как бы предоставили. Там еще какая-то одежда для танцев, мыло ручной работы. Ну, то есть очень много всяких, вон, по-моему, там орешки или что-то такое вот вкусненькое лежит дальше. Ну, в общем, очень здорово. Интересно, и детям, и взрослым интересно, да, вот участвовать в этой вот лотерейке. Я сумочку выиграла, кстати. Молодец. Очень красивая сумочка ручной работы. Всего-то 100 рублей. А кто ее делал, интересно? Не знаю, надо узнать. Да. А там этикеточка есть, она идет. Ну, вот так. Сейчас у нас продолжается также детская да, 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 да. А мастер-класс кулинарный. Которая вот возле нашего дома, она вот тоже здесь представлена. Люди, дети разгадывают кроссворд. Дальше, что еще интересного здесь? Там еще что-то происходит, но пока кто не подходил. А вот мы на мастер-классе сейчас взяли тысячи горячих апельсинов. Вот, поэтому тоже дети бегаем, отдыхаем. Бюро недвижимости адрес. Молодцы, ребят.